пришли в команду несколько новых тренеров, в частности, Дмитрий Лоськов. Для вас, наверное, он был в свое время каким-то кумиром. Я прав или нет? Я думаю, не только для меня, да, для многих. Это очень хорошая новость, и думаю, что такие приходы в команду таких людей – это большой плюс. Это плюс, в первую очередь, в эмоциональном плане? В эмоциональном, и я думаю, что Вячеслав Ильич есть что подсказать, и, как бы, например, молодым игрокам, ну, это, думаю, точно сыграет хорошую роль. Ну, вы играете приблизительно с ним на одной позиции, он как-то уже что-то вам персонально советовал, нет еще? Персонально нет, я думаю, пока только так входит в работу, но, думаю, еще какие-то разговоры предстоят. Вы говорили о том, что этот сезон для вас определяющий, в плане того, что нужно уже что-то показывать, что-то себе представлять, как футболист на большом уровне. Есть ощущение, что это начинает наклевываться, и как это теперь не упустить, вот это ощущение того, что вы выходите на новую? Как это не упустить, но это ощущения такого нет, как бы стараюсь об этом не думать, потому что если много думать об этом, как бы мало что получится. Но надеюсь, что голевые передачи придут. Чувствую себя на поле уверенно, так что ждем момента этого. Леш, впереди матч с крыльями. Можешь о сопернике что-то сказать? Отличная команда. Точно легко не будет. И очень, очень нужна победа. Просто кровь из носа. Это давление излишнее не мешает? Думаю, где-то это есть, но чтобы прям мешать, думаю, нет. Готовимся к матчу. Серьезно, и очень нужны 3 очка. Все.